Куда мы катимся? Привет, мой друг! С тобой Дава Дым, и сегодня у нас на обзоре та самая паста Space Smoke, которую можно курить. Ее на самом деле не только можно курить, ее из-за запаха охота сожрать. Но не все так хорошо. Сегодня мы об этом поговорим. Также мы выберем победителя, кто заберет к себе домой большую коробку с табаком Hi-Flex. И, конечно же, разыграем данную пасту. Так что смотри выпуск, там все узнаешь. И обязательно подпишись на социальные сети и, самое главное, на этот канал на YouTube. Погнали! Что у нас есть? У нас есть почти вся линейка, а именно 19 вкусов продукта под названием Space Smoke. Этот продукт заслуживает, конечно же, отдельного внимания, потому что это диковинка на рынке, которой мы еще не привыкли и которую мы еще не скоро поймем. А не поймем мы ее по одной причине, про которую я тебе расскажу чуть позже. И для тебя этот продукт, наверное, станет немного понятен вообще в целом, что и как. У нас есть чашечка. Это чашка Space Smoke, и она сделана коллаборацией вместе с Ромой Крецо, а именно продуктом Глина. На ней мы, собственно, сегодня и будем выдавливать пасту, выдавливать чашку. Слушай, братан, ну-ка выдави мне что-нибудь в чашку. Такое будущее тебя ждет, если этот продукт реально зайдет на рынке всем. Йоу, что, может, выдавим что-нибудь в кальян? Вот так примерно будет общение. Короче, давайте смотреть, что у нас есть по вкусам. По вкусам есть очень много, и почти все вкусы довольно-таки аппетитные. Они очень хорошие. И ты такой думаешь, чё же забить? Давайте, сегодня на обзорчике мы, наверное, забьем то, чего я еще не прокуривал. Давайте забьем Cranberry Strike. И уже давайте, чтобы было все по красоте. Я как понял, это у нас будет более красного цвета. И давайте немного ебанем туда лайма. Короче, выглядит все это примерно вот так вот. Ты такой, приходишь, сейчас выдавлю, все сделаю. Я почему сразу хочу забить, чтобы ты понимал, потому что греется это пизда как долго, просто пиздец. Ты такой берешь, вот так вот немного лаймика выдавили. Ай, блядь, потекла нахуй. Такой закрутил, ручки всегда чистые, все очень круто. О, она розовая. И выдавливаем кренбери. Бля, сука. Я реально готов это выдавить, потому что реально очень круто пахнет. Но на деле немного не так. А теперь самое интересное. Давайте полноценно разбирать этот продукт. Что касается средней розничной цены. Есть две фасовки. Есть маленькие тюбики, примерно как паста в гостиницах, только чуть больше. И есть полноценная зубная паста, грубо говоря, вот в таких классических тюбиках 125 грамм. Вот это стоит 750 рублей. Маленькая стоит 200. Что касается количества забивок, которые можно их забить, если забивать вчистую, в тот фаннел, который мы также разыграем, то 7-8 забивок, а маленького тюбика за 200 рубасиков тебе хватит на 1-2. Но если это мешать с табаком, то чуть-чуть больше, наверное, на две забивки там и там должно хватить. И давай смотреть и внимательно меня слушай. Это интересный продукт. Создателям отдельный респект. Я надеюсь, мои слова их сейчас не обидят, и я бы не хотел их обижать, потому что это, можно сказать, какая-то инновация. Наверное, начну с плохого сразу. Что касается прогрева, да, это специфика продукта. Очень-очень долго, минут 12, а иногда даже доходит до 15 минут, чтобы это все прогреть. Еще это нужно раскурить. Что касается температуры, то ложи на колодку сколько хочешь углей. То есть здесь идет все по системе от меньшего к большому. Хочешь нихуево, накидывай 7-8 углей, чтобы покурить прям дымно-дымно. Но при этом
Когда ты это греешь, очень сложно понять и очень сложно поймать идеальный прогрев. Погрел, грубо говоря, 9 минут, не раскурилось сразу. Погрел 10 минут, начинает царапать по горлу, как будто лезвие. И я старался как-то поймать так, чтобы я первый раз затянулся и пошел сразу кайф. В плане данного продукта. Кайф именно в рамках данного продукта. Но у меня это не получилось. Зато я понял одну закономерность. Хочешь прям сочно покурить, бросай 4-5 углей, грей 10 минут, просто перетерпи первые 2-3 тяги. Потом становится все нормально в плане курения. Но, еще одно но, что касается крепости. Здесь есть такой вкус, как hardness. Грубо говоря, это усилитель крепости, той крепости, которая здесь есть. Если ты сейчас подумал, что Space Smoke это безникотиновый продукт, то это не так. Это, грубо говоря, минеральная основа в виде пасты, которая может в себя впитать все вещества и также равномерно их отдавать. Примерно как табачный лист, как камни, шаза и как, собственно, сухофрукты, которые были в какой-то мере популярны, но быстро очень выгорели. Сюда также входит выжимка из натурального никотина, грубо говоря, из табачного листа. Никотин типа вот так вот выжимают и сюда добавляют. Но при этом всем крепости здесь в принципе никакой нет. Единственное, что есть, это такое тоненькое ощущение естественного органического никотина, что чуть-чуть красит данный продукт. Вчистую, вот в чистую, как я сейчас забил, я этого продукта существования не вижу вообще. То есть, если ты куришь что-то легче, чем Daily Hookah, то для тебя этот продукт как единица будет существовать. Но если ты куришь что-то как Must Have Dark Side Daft выше, то этот продукт для тебя никак не зайдет. Как даже если добавлять сюда вкус Hardness, крепости все равно не хватает. Ее как будто просто нету. Но если этот продукт брать и смешивать его с табаком, то ты получаешь двойные плюсы. То есть в паре с табаком это очень круто. Я тебе объясню примерно почему. Смотри, мы берем, грубо говоря, табак наш, забиваем его в чашку, в любую вообще абсолютно, ставим на него угли, курим минут 40, аромка пропадает, вкус пропадает и как бы больше не курится. Я пробовал. Ты берешь Space Smoke, аккуратненько сверху наливаешь на табак наш, это образно. Бросаешь угли, ждешь чуть больше, чем положено, и начинаешь курить. За счет того, что этот продукт во время курения полностью покроет табачный лист, то все свойства табачного листа будут сохраняться дольше. Это значит, что можно спокойно покурить минут 40, я так пробовал, и нахуярить заново, не по-царски, еще 4 угля новых. И покурить ровно столько же. Вот здесь я вам скажу, ребята из Space Smoke постарались на славу. Здесь они реально попали так, как нужно. Потому что хочешь курить дольше, именно табак, то Space Smoke тебя выручит как никогда. Потому что он тебе даст больше вкуса. А если еще сделать так, мы берем, допустим, Berry Slurm вкус и мешаем его с табаком наш со вкусом земляника, тогда просто вообще будет отвал башки, и это будет очень и очень круто. Похлопаем победителю, который заберет целую коробочку продукта High Flex к себе домой на королевские флексовые прокуры. И победитель у нас вот этот человек. Твой комментарий выбрал могучий рандом Лиза On Air. И будь добр, напиши мне в любую социальную сеть, и этот продукт достанется тебе. Прям следующим днем поеду и отправлю. А ты подписывайся на мой канал,
чтобы не пропускать в каждом видео конкурсы. Не поймал, сука. Чуть-чуть перегрелся. Не то, что перегрелся, я не знаю, как это объяснить. Его реально, его просто нереально перегреть, блядь. Вот царапает первые тяги, что пиздец, не могу прям. Сейчас уже лучше. И вот здесь у нас уже открывается нормальный вкус продукта, но не открывается крепость, потому что ее совсем нету. Добавляя hardness, чуть-чуть, но это не то. Этого не хватает. Ты видишь это все? Я тоже это вижу и понимаю, что через пару дней этого у меня ничего не будет, потому что это все будет у тебя. Если ты примешь участие в моем конкурсе, и условия я расскажу тебе сейчас, ты можешь выиграть 19 вкусов пасты Space Smoke, фирменную чашечку и, самое главное, прикольную ландьярду на индивидуальном мундштуке. Это все станет твоим, если ты выполнишь такие условия, как подпишись на мой канал, поставь лайк этому видео, включи уведомления и, самое главное, напиши комментарий на тему, что ты думаешь о пасте. И все. В следующем выпуске ты должен будешь зайти на мой выпуск и надеяться, что именно твой комментарий, который выберет рандомайзер Лиза Он Эйр, сделает тебя счастливчиком и пополнит твою коллекцию пастой Space Smoke. Что касается вкусов, какие попробовать, какие были для меня супер-пупер, от которых я кайфанул. Я сейчас курю Cranberry Strike вместе с лаймом. И я скажу так, что лайм не очень ярко чувствуется, хотя я его в принципе смешал где-то 40 на 60. То есть 40 лайма, 60 кранбери. Яркий вкус лайма я не почувствовал, а также Cranberry Strike не дал мне того 100% ясного вкуса, которого я ожидал. Но при этом Siberian Power. Пару капель и твой кальян просто пахнет Сибирью. Смалгьян тоже очень крутой вкус. Black Hole добавлять в табак в альтернативу Суперновы просто топ. Choco Meteor не понял, не понравился. Мармикола, прикольная, реально харибошки, и зашли очень супер. Moon Black Currant, черная смородина, тоже очень хорошая, смородину я очень люблю. Орехи, ну такое себе, очень похоже прям на реальную шоколадку Nuts, но все равно немного не то. Манго, топчик. Джек Пират мне не понравился. Берри Плюм, крутые ягоды, молочные, йогуртовые, просто Дейли Хука отсасывает. Личи мне не понравился. Кэнди Скитлс, фанатам Скитлса вам теперь не нужно это собирать, это все уже есть. Оранж Клауд тоже мне не понравился. Черри Фуэл, вишня пиздатая. И арбуз прям дико химозит. Что касается химозы, ребятки, если твое горло, сука, супер, блядь, чувствительное на химозу, и ты в любом табаке чувствуешь химозу, этот продукт тебе не зайдет. Потому что для тебя это будет сплошная химоза. А кто относится к таким понятиям, как химоза, более лояльно и сильно не обращает на это внимания, то у вас, ребяточки, будет все очень супер. Еще, что касается жаростойкости, я вам расскажу такую вещь, я тоже проверял. Получается, вот, грубо говоря, я сейчас доснимаю этот выпуск, докурю на этих углях, я пойду и поставлю себе новую и закину, и также смогу покурить абсолютно идентично, как и первый раз, так и второй раз. Но, к сожалению, моя царская личность и мои царские замашки мне не позволили проверить это в третий раз. Но ты всегда можешь проверить и написать это в комментариях, получится ли у тебя покурить три раза. У меня получилось два раза, а потом мои великие корни мне не дали этого сделать. Давайте подведем маленькие итоги данного продукта. Начнем с того, что
это такая, грубо говоря, диковинка, это какой-то прорыв, и это круто, что это придумано вообще. Но в придуманности есть куча минусов, именно для нас, как курильщиков, да? Крепость. Ее практически нет, харнес вас не спасет, не тратьте деньги именно на покупку дополнительного харнеса. Второе. Химозит. Не сильно, но все равно. Да, в принципе, даже и табак химозит, как бы, но я все равно считаю это минусом. Третье. Очень долго греть. Реально. То есть можно поставить греть. Я вот реально с вами грел его реально 10-11 минут. Просто вы этого не замечаете, я все режу. И пятое. Это немного не по олдскулу. Это сложно принять. Ребята из Space Smoke, знаете, мы только-только привыкли к всяким разным смесям без содержания табачного листа. Вот только-только вроде начали прокуривать чай, и вы тут такие: на, держи пасту. Ха-ха-ха. Поэтому нам это еще очень сложно принять. Даже мне. То есть я на это смотрю и думаю: блять, пидорасина какая-то. Пидоросня, блять, смазка нахуй. А потом понимаешь, что так, ну, блядь, говорить нельзя, потому что продукт в целом рабочий, и это не просто что-то придуманное, это реально очень долго разрабатывалось. Ну, 3-4 дня, может, как я люблю шутить. Из плюсов: продолжительность курения, насыщенность аромки, охуенная дружба между табаком и пастой, что в компоновке может выдавать просто дичайшие результаты, как по дымности, так и, собственно, по продолжительности курения. Здесь топ-топ-топ, прям вообще супер. Удобное хранение и, собственно, удобное использование, потому что в воду ничего не попадает, потому что ты куришь, грубо говоря, на фанелах. А если это в табачном листе забивать на пятидырых чашечках, ну, плюс табачный лист, то, попадая это в воду, это растворяется, это даже, в принципе, не видно. Что хочу сказать, в общем, в итоге, давайте сделаем так. Уважаемые производители Space Smoke, пожалуйста, не обижайтесь за мое мнение, но нам это сложно принять, реально. Вы сделали крутой продукт, который, надеюсь, в дальнейшем стрельнет, а ты не забывай участвовать в моем конкурсе, потому что вот это все тебе достанется тебе, именно тебе. Поэтому это был Дава Дым, подписывайся на вот эти социальные сети, я тебя люблю, пользуйся смазочкой. И смазывай табачный лист Space Smoke.